Лаос, кофейная плантация. Прикольно. Люди собирают кофе. Ну да. Даже земли поднимают, если осыпается. Ну да. Мы же идем по Диаборвана, может вернемся туда? Ну пойдем дальше там. Сейчас снова. Вот еще, смотри, не оборвано где. Ну, это такие уже. Красные, это спелые как раз. Я видишь, понимаю, они раскрываются. Ну, ветки уже такие, полупустые. Смотри. Ты говоришь, оборвано. Ух, сколько кофеечков. Такие ягодки.